Готовлю еще один очень простой и вкусный молочно-ягодный коктейль. В блендер отправляю 300 грамм черники. Так как она у меня кисловатая, добавляю 2 чайные ложки сахара. Также понадобятся 2 порции ванильного мороженого. Освобождаю его от стаканчика, параллельно утилизируя вафельку. Мороженое отправляю в блендер и все это заливаю литром холодного молока. С помощью блендера все это превращаю в коктейль. Я взбиваю не слишком сильно, чтобы от черники остались мелкие частички. Коктейль получается умеренно сладкий с легкой кислинкой. Кроме того, он имеет нереальный космический цвет. Этот коктейль для быстрого употребления. Он не хранится. Так как ягоды содержат кислоту, то очень скоро эта кислота створожит молоко. Коктейль пойдет хлопьями, потеряет свой вид и вкус. Им нужно наслаждаться свежеприготовленным.